Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ева Смирнова. Мне 5 лет, и я живу в городе Москва. Расскажите о себе, пожалуйста. Я люблю... вот я как-то стала любить книжки читать. Раньше вообще под ключку просто мультики смотрела. А вот теперь, когда я прочитала вот книжку одну, то 3 раза я их все в одну ночь прочитала. И вообще полюбила потом читать. А какую книжку вы прочли? Там такие большие буквы специально для меня, просто я такими малюсенькими не умею читать еще. А про что книжка? Про все. Какие там истории про глупых мартышек. Угу. Как там Дима или Леша научился... Как там Дима или Леша пошел в зоопарк, а там не было зебры, но одна зебра попалась ему очень удачно. Угу. Спойте, пожалуйста, куплетик один песни. Любой? Да. Утром в школу пора, а под мышкою дыра. Чем над дыркой тужить, проще взять да и зашить. Причитанья не спасут, лишь терпение и труд. Тычка с иголочкой тут как тут и рассмотри. Угу. Скажи, пожалуйста, а что такое доброта? Доброта – это когда ко всем людям обращаешься очень вежливо. И все? И хорошо. А что такое злость? Мы читали в одной книжке про зло. Зло – это когда ты чему-то всегда недоволен. Хорошей погоде. Или там еще чему-то. Но злость вообще, она, если... Ты на кого-то разозлился, то эта злость оставляет... Все равно она не уходит, она все равно остается. А как можно исправить злого человека? Никак уже не поможет. Вообще никак-никак? Ну, смехом, например. Расскажи нам смешную историю. Вот, в общем, давным-давно, когда была такая у нас большая книжка Пушкина, и студия актер нам ее дали, и потом папа к нам такой пришел, лег, заснул, а потом мама случайно остановилась и посмотрела на папу, а потом он сказал: «А чё что? А чё что?» И потом мама сказала: «Тебе что? Закончилось!» Я так целую ночь ухахатывалась. Даже живот болел. Стихи. На точку встаньте, пожалуйста. Стихи. Взлети! Стоп, еще раз. Взлети! И горизонты раздадутся. Прекрасный вид доступен с высоты. Взлети, тревоги, страхи разбегутся, они отстанут от тебя. Взлети, не слушай тех, кто не готов к полету. Они бескрылы, их не жгут мечты. Оставь им рабство, выбери свободу, преодолей сомнения. Взлети, не слушай лицемерных и трусливых, тебя желавших видеть позади. Не верь их предостережениям лживым, с порывом ветра поднимись, лети. Настойчив будь в стремлении к успеху, откройся неизвестному в пути, и твой призыв усилен будет эхом, других поднимет за тобой, лети. Стремись к вершинам. И твой призыв усилен будет эхом, других поднимет за тобой. Лети!
Настойчиво стремись к вершинам, самым недоступным. Доступно все, когда есть сны, мечты. Ты их достигнешь, и восторг минутный окупит все лишения. Лети, ты не напрасно пролетишь кометы, своим примером увлекая ввысь тех, кто готов быть опаленным светом, чтоб ярким цветом засияла жизнь. И этот подвиг зримого свечения, бескрайних горизонтов —